Всем привет! Наконец-то я сподобился записать последнее видео из серии «Кит-набор с Алиэкспресс». И в этот раз у нас получившийся финальный вариант. Я решил убрать нековый звукосниматель, потому что всегда мне нравились, как выглядят гитары с одним звукоснимателем. К тому же, эта гитара мне нужна только ради хамбакера. Моя основная гитара имеет джазбасерские звучки, и у нее отличный нековый звукосниматель. И мне нужен был только один мощный бриджевый хамбакер. Начнем. На голову я решил прилепить кота, не знаю зачем, просто захотелось. Далее, на Алиэкспресс я заказал латунный порожек, также просто так, ибо почему бы и нет. Немножко пришлось расточить это отверстие, но нормально в него влез. Что мне нравится, струна практически в нем не утонула. То есть прорез достаточно узкая, и струна вообще в нем не будет застревать. Ну, остальное вы на грифе, то, что с грифом я делал в предыдущей серии, можете посмотреть. Вот лак, его немножко видно, залакированность грифа. Лакировал я, как и говорил, акриловым лаком, обыкновенным. Просто кисточкой между ладами мазал, и все. Ну, про это все вы можете посмотреть в предыдущей части. Как я делал лакокрасочные покрытия. Далее, заказал на Алиэкспрессе вот такой пикгард. Я очень долго выбирал, какой пикгард к этому цвету гитары более-менее подойдет. Рискнул, и мне очень понравился, как выглядит пикгард. Очень прям даже ничего. Дальше я купил вот такой вот бридж. Здесь стояла обычная пепельница для синкового звучка. Изначально я купил на Алике за 800 рублей бриджевый звукосниматель рельсовый. Но он был недостаточно выхлопным. Там было в районе 9, что ли, килоом. А более выхлопные звукосниматели, если они рельсовые, они стоят денег. И я подумал, зачем мне тогда покупать рельсовые, если за эти же деньги я могу купить обыкновенный просто хамбакер. И в итоге решил все делать хромированное, чтобы круто выглядело, потому что с зеленым цветом очень красиво все выглядит. Купил порожек с латунными седлами, вилкинсовский. И вот такой звукосниматель, и к нему также латунную рамку. Это звукосниматель называется... Репьюр как-нибудь это, наверное, читается. Китайские звукосниматели очень неплохого качества. Он мне обошелся в 2500 рублей. У него была понтовая коробочка, упаковка, как у Сэма Дункан. То есть все прям чин по чину. Вот так все красиво и хромировано. Далее про спайки. Я решил убрать ненужную крутилку тона. Оставил громкость и по распайке сделал kill switch, полный звукосниматель и отсечка. Одна, то есть половинка, одна катушка. Kill switch позволяет делать подобные вещи, типа... Что достаточно прикольно. Так как это моя гитара для экспериментов, я решил уж по полной над ней издеваться и решил сделать отверстие дырки сквозь корпус. Так как этот бридж позволяет провести струны сквозь корпус, я решил это сделать. Просверлил, получилось, конечно... кривовато, то есть не по единой плоскости. К сожалению, ровно не получилось, хотя я, как полагается, наметил здесь дырочки и постарался сверло ставить очень ровно вниз, но так как оно не автоматизировано, у меня нету какой-то специальной штуки, как на уроках труда. У меня есть обычная ручная мелкая шуруповер-дрель, поэтому я старался просто ровненько ставить, но, к сожалению, в итоге все равно не пошли немножко в кривь. Эти шпендики, не знаю, как они, втулки, я также купил на Алиэкспресс, там 256 рублей, подошли они отлично. То есть я сделал, типа, 6-миллиметровым, что ли, сверлом или пятеркой, не помню, сделал дырочки, отверстия. Потом измерил ширину вот этих вот шпиндиков, там, допустим, они были 8. И, соответственно, я измерил вот глубину, на которую они погружаются, и немножко просверлил 8-дюймовым уже сверлом, чуть-чуть вниз, чтобы они там утонули. Отлично держится, все хорошо. Боялся, что очень сложно будет струны вставлять в эти кривые отверстия, но, как оказалось, все достаточно вышло легко, струны абсолютно легко проходят, вообще отлично. Я сильно ничего не ожидал, просто делал ради интереса, но в итоге мне все настолько понравилось, и гитара прям вполне себе отличная гитара с хамбакером, я бы так сказал. Совсем забыл сказать, что там по ценам-то вышло. Все цены вы можете видеть на своем экране. Гитара вышла в 3712 рублей. Я покупал еще летом, это со скидкой была цена тогда у них такая дорогая. Далее по покраске, главное, на что ушли деньги, сама, собственно, краска и лак.
так как у меня баллончик начал протекать, я смог намашинить, чтобы мне сделали возврат. Вот мне 300 рублей за нее вернули. Поэтому вот получилась такая недорогая цена. Морилку в цену я особо не стал включить, потому что я там совсем немножко ее израсходовал, и она у меня до сих пор стоит. Также можно немножко вычесть за родной черный пикард, за родные звучки, они тоже чуть-чуть там стоят, ну и сам бридж. В итоге вот выходит цена 8000 рублей. Как по мне, это прям отличная цена. За 8000 сейчас на Авито вообще телекастеров нету. Если они и появляются, то, не знаю, какие-нибудь Home Edge, Ashton вроде вообще телекастеров не делают. Squire Bullet тоже вроде телекастер нет, либо он супер-пупер редкий. Squire Affinity уже стоит 13-14 тысяч, дай бог, на Авито. А тут получается полноценная отличная гитара с одним бриджем и звукоснимателем, закрытым пикардом, все как я хотел сделать. И цвет, в принципе, у меня тоже, который я хотел плюс-минус. Также основные ссылки на все товары, которые я покупал с AliExpress, я оставлю в описании. В предыдущей серии проблема была в том, что очень сильно звенели вот струны в этом месте. Когда мы играли GG, то шел просто постоянный звон. Просто я не знаю даже, как это... То есть вот эта вот фигня вся лезла туда. То есть я пытался заглушать. Там были струны не через корпус на предыдущем бридже, на бридже пепельниц. Я вставлял туда мягкие такие штуки, колбаски туда просовывал между шурупом бриджа и струной просовывал. Это, конечно, сделало чуть лучше, и дребезжение становилось меньше, но оно все-таки еще было. Но что меня очень порадовало, что струны через корпус, так как струны в данный момент, не знаю, как показать, короче, они изгибаются, так вот получается, они лежат примерно вот так вот, как медиатор мой. То есть вот сколько у нас получается, если у нас 90 градусов, то это градус, наверное, 70. Короче, вот 70 градусов хватает, и струны вообще не дребезжат. Вот у нас перегруз. То есть прям вообще отлично все, ничего не дребезжит. Это очень даже радует. Чтобы вставить хамбакер, я немножечко... Ну, не немножечко, а даже немножечко пришлось распиливать эту дырку, которая была предназначена под сингловый звучок. Но так как это телекастер, там дырка не прям вот узкая сингловая, а она какая-то такая вот непонятной формы. И пришлось не так уж и много выпиливать. Делал я это дома, опять же. У меня не было никаких особых инструментов, поэтому я просто брал дрелью, широкой дрелью, просверливал просто дерево, ну и дальше уже подпиливал напильниками, и каждый раз прикладывал звукосниматель, смотрел, чтобы он туда зацепился. В итоге вышло очень даже неплохо. То есть вот видно немножко вот здесь вот есть дырка, но ее никак не получилось избежать, потому что она уже изначально была, потому что чтобы, то есть этот бридж, ну, он короткий, и он эту дырку немножко не прикрывает, немножко дырочки осталось. Но, в принципе, это на общем плане особо и не видно. Также немножко пришлось расточить пикард. Видно, что немножко он так наискосок идет, эта грань, чтобы рамка влезла. Ну вот, в итоге у нас что получается. Можно чуть-чуть поиграть на ней. Отсечка. Полный. Thank you.
Но слышно уже немножко... Уже немножко расстроилась, конечно. Расстроилась вот вторая струна, на которой я делал вот эту подтяжку. Остальные, в принципе, струны более-менее держатся. Но, к сожалению, да, колки здесь не лучшие, строй держит не супер клево. Их в итоге, конечно, желательно заменить. Польза отсечки. Оп. Ради интереса можно попробовать это все дело сравнить с гитарой Avril Lavigne, Squire Avril Lavigne. Для Е-рока, Е-металла и всего прочего.
Если будут какие-то вопросы по поводу этой гитары, пишите мне. Если вы хотите как-то оскорбить меня, написав, что я все сделал не так, я знаю, что я сделал все не так. Но, думаю, был мой первый опыт, абсолютно первый во всем, в покраске, в лакировании этой гитары. Присылайте свои варианты, как вы все сделали прекрасно. Все, всем спасибо за внимание. Ну, естественно, конечно же, ставьте лайки и подписывайтесь на этот канал.